سلام به همه مخلصان ورزش. رو اکران های شما مجله محاربه های آمیخته که فراگیر نویگری ها اوید این مسابقه های پیش آمد و خبرهای تازه ترین از این نمود ورزش است. چند پیش مهمان شهر دوشنبه بود ورزشگر UFC در وزن سبوک چمپیون جهان اوید با سامبو عقاب مغلوب نشونده داغستان حبیب نورمگامدوف که با ما هم صحبت گشت. Для начала я хочу вас поприветствовать в Душанбе еще раз и сказать спасибо. Добро пожаловать. Каким вы представляли наш город и совпали ваши впечатления с вашими ожиданиями? Один из моих земляков сказал, что он очень похож на Махачкалу, а крайне на Буйнакс. Это Буйнакс – бывшая столица Дагестана. Угу. А в Махачкале, в центре, я думаю, мы уступаем Душанбе. Душанбе красивее и намного чище. Да. Что скажет Хабиб? Ну, когда я сюда летел, я, честно говоря, не думал, что столько гор в Таджикистане. Ага. Этим она и схожа с Дагестаном. Но как бы Дагестан тоже с перевода с турецкого, это страна гор. И, впечатление у меня очень положительное. А вы знали, что у вас такая большая фанатская аудитория в Таджикистане? Да. Я подозревал. Хабиб, сегодня вы непобежденный, 24 боя и ни одного поражения. А в одном интервью вы сказали, что в детстве хотели стать космонавтом. Куда делась эта мечта? Что стало? Улетела, наверное. Тот случай, когда вы боролись с азербайджанским бойцом Хамизом Мамедовым, который на тот момент был намного опытнее в плане, в бойцовском плане. И вам не помешало выиграть его, вы заставили сдаться своего соперника. И после боя вы первым же делом подошли к отцу и спросили, что сомневался. То есть вопрос к тому, что с каждой своей победой вы хотите доказать отцу или хотели доказать отцу, что вы лучше и вы способны на большее и на лучшее. Бывали поединки, в которых, наверное, он сомневался. Не то, что сомневался, а думал, что может результат не в мою пользу сложиться. Но на тот бой я чуть-чуть чувствовал, что он сомневается, решил так спросить. Вы боялись подвести отца? Страх был такой? Не боялся. У меня было нетерпение. Ага. Я ждал боя просто. Я был в себе уверен. Иногда я себя успокаиваю, что почему такая сильная самоуверенность. Я считаю, что если ты уверен и одновременно даешь оценку, правильную оценку своему сопернику, это нормально. А когда ты самоуверен и вообще недооцениваешь соперника, вот это опасно. А если вот эти две черты одновременно будут, я считаю, что это очень хорошее качество бойца. А вы вообще ожидали, что ваш сын превзойдет ваши ожидания? Или вы все-таки ожидали вот этих вот побед? Ну, непобежденный? Нет, я не ожидал. Как я мог ожидать то, что будет через 5 или 7 лет? Ну, приблизительно мы и так знаем, какие возможности есть. Вот, например, у меня есть племянник, у которого лет 15-16. Одарен, но очень, как говорится, любит шалить, не выполняет и так далее. У меня мало времени на его воспитание, иногда пропускает занятия. Мне там помогают другие люди, там директор учебного заведения, учителя. Общество воспитывается. Да, общество помогает, я его контролирую, связь позволяет сегодня этого делать. Ну, как говорится, когда мы работаем на каком-то этапе с какими-то нагрузками, это тренер, ученик, они приблизительно знают, кто на каком рейтинге, какие соперники нам опасны, с кем можно на этом этапе справиться. Перейдем к UFC. Когда вы впервые узнали об этой организации? Ну, это, наверное, был 2002, наверное. Может, даже и раньше. Бывали старые кассеты, смотрели. Там иногда по телевизору показывали прошлые бои, но не прямой эфир, конечно. В основном, когда я начал уже чуть интересоваться боями UFC, но тогда была сильнейшая организация, была Pride. Там выступал Федор Емельяненко. Смотрел его бои, нарезки его боев. И... Тогда еще Крокоп выступал, если память не изменяет. Крокоп, Нагуэра, Колман, Федор.
Вердум, Оверем, Хан, там, Вандерли, Сильвашогом. Тогда очень много было. Это все бойцы дрались в Прайде. Тогда считалось Прайд лучшей организацией. Следил за ними и за UFC тоже. Чуть UFC привлекало. Вот и на тот момент не лучшие бойцы были, вот этот период, прайдовский период, там она была развивающаяся компания, но вот то, что сетка там и так далее, как они преподносят, как они снимают, все, UFC тоже привлекало. И вот где-то после 2006 года, как они купили Pride, всех бойцов забрали в UFC, конечно, она уже бесспорно лучшая организация в мире. И начал уже где-то серьезно наблюдать за всеми турнирами где-то с 2006-2007 года. А когда вы выиграли первый бой против Камала Шаралуса, было ли чувство самоудовлетворения, что вы это сделали и теперь вы находитесь в лодке под названием UFC? Нет, этого чувства у меня никогда не было, самоудовлетворения. Оно такое опасное чувство это. Она может вас... Она может ну, быть полезным для вас, но я считаю, что в основном она ну, плохо для спортсмена. Не только в спорте, вообще в жизни, когда человек самоудовлетворяется. Это что-то опасная вещь. А вот когда я... У меня было чувство, было такое чувство ну, ответственности, потому что давно, где-то лет 10 не выступали наши бойцы туда вообще с СНГ, ну, кроме Орловского. С СНГ никого не было там, не то что с Россией. И когда я выходил, они судили по мне, на каком уровне сейчас находится ММА в Восточной Европе. И вообще в Азии в целом, да. И в Европе тоже можно взять. И, ну, я когда выходил уже, ну, я знал, что очень много людей, экспертов, тренеров, бойцов, много людей будут смотреть, судить. И была такая ответственность. А давление было? Давление было. Давление всегда бывает. Давление как всегда оно проявлялось? Ну, не хотел проиграть. Тренировался еще сильнее. Остерегался перенагрузиться. Такое, угу. Такое тоже бывает. Ты перенагрузился, все уже, утомился, сил нету. Такое тоже бывает. Ну, хорошо шли по графику с отцом, тренировались. Ну, еще отмечу, что с Шалрусом я вообще ни один спарринг не провел. Практически перчатки не одел и вышел на бой. Это я к тому, что ну, во время подготовки вообще не было никаких спаррингов. Я знал, что соперник олимпиец, боролся, выиграл мир по юношам, по молодежи. Участвовал на Олимпиаде, иранец. И знал, что он будет бороться. Ну или будет мешать мне бороться. В любом случае борьба там решала вопрос, как говорится. Ну мы готовились с вольниками в Дагестане. У нас лучшие борцы мира. За всю историю, можно сказать, человечества, потому что, ну, сколько медалей, да, как у нас, нету ни у кого по вольной борьбе. И готовились с ними, вылетел за 12 дней, там акклиматизировался, вес погонял, вышел на бой. Одно из изданий писало, что главная ваша проблема – это сгонка веса. Мы не могли об этом не поговорить. Вам приходится очень жестко сгонять вес, насколько нам известно. Из-за этого у вас появились проблемы со здоровьем. И почему бы вам, если уж это такая проблема, если это проблема, то почему бы вам не перейти в другую весовую категорию? Высший дивизион, к примеру. Да, или, например, или есть для этого какие-то препятствия? Как вы отметили, была проблема со здоровьем. Больше со здоровьем были проблемы, чем с гонкой. Последние пару лет у меня были тяжелые травмы. И это все, конечно, сказалось. Ну, с гонкой у меня... С гонкой это ментальная составляющая, основном. Это психологическая составляющая. У меня с этим никогда не было проблем. А почему бы вдруг они должны сейчас появиться? Когда мне уже 28 стало, когда я всю жизнь дрался, выступал и по любителям, и по профессионалам. Как бы не я, а я ни один, ни два боя провел. Я 24 боя провел по профессионалам. А по любителям, можно сказать, у меня около 300 выступлений. Диванные эксперты, как говорится, они, походу, лучше знают. Затронем ваши бои. После боя с Дусаньосом, в котором вы успешно победили, вы дали следующий комментарий. Когда наступит тяжелый момент, ему придется решать. Сдаться или нет? И тебе придется решать, сдаться или нет. Вот тогда и определяется настоящий воин. Это ваши слова. Да. То, что вы настоящий воин, в этом, сомнений, конечно, думаю, нет сомнений. Абсолютно. Но считаете ли вы настоящим воином Дусаньоса? Я считаю, что
Ну, духом он очень крепкий боец, бывший чемпион. Как бы не хочу умалять его заслуги. Ну, просто технически, физически я был лучше, и все. Но это не значит, что он там духом сдался. Что для вас настоящий боец? Я к тому, что проигрывать тоже нужно уметь. Да. Не, я не считаю, что проиграть это позор. Но проигрывали великие, падали, вставали. Ну, чемпион, я думаю, ну, чемпион делает то, что после того, как они падают, они встают. Но опять-таки, это не мои слова, это слова великих чемпионов, чемпион. Того же Тайсона, Федора, там, этого, Мухаммеда Али. Они всегда говорили, что после того, как ты упал, тяжело встать. Это не просто там после нокдауна ты встаешь. Да. Это после того, как ты проигрываешь. Вообще люди же, они готовы. Когда человек выигрывает, появляется, бывает основная масса людей. Ну, это факт. Они всегда хотят посмотреть. Вот человек летит, летит, и посмотреть. Ну, это же зрелище, как он падает. Конечно. И смотреть, как он падает. Людям это очень интересно бывает. Бывает там с тобой твои преданные фанаты, друзья, близкие. Они, конечно, до конца с тобой. Им не хочется видеть, как ты падаешь. Ну, фанаты этого всегда хотят. Им интересно, конечно, как ты упадешь. Наблюдать за этой всей атмосферой. Так скажем, ну, бывало, когда я начинал только выигрывать туда-сюда, показывали, ну, только в начале моей карьеры, и я что-то так на эмоциях, и, ну, я всегда думал, что, ну, точно так же, как я радуюсь, например, за других, да, когда выигрывают, и за меня тоже будут радоваться. Ну, отец мне говорит, ну, ты не думаешь, что если ты выиграешь, что это, ну, то, что ты всем нравишься, такого не бывает. Так что, ну, готовься к тому, что у тебя будет и, ну, против тоже болели, да, болеют люди. Так что, ну, я на тот момент не понимал, это только начало было. Ну, я думал, что я что-то плохое делаю. Вроде выступаю там, стараюсь показать хороший пример, там, уделять время другим, точно таким начинающим бойцам. Ну, вроде бы ты все делаешь правильно, но люди всегда ищут, где бы выкарабкать. Нравится всем невозможно. Да. Думаю, стоит задать вопрос о той провокационной надписи на футболке в Бразилии, да? Да, провокационной надписи, где было крупными буквами написано, если бы самбо было легким, то называлось бы оно джиу-джитсу. Вы же наверняка знали реакцию. Ну, я знал, куда я еду, я знал, какая реакция будет. Ну, знал, что предполагал, так скажем. На тот момент я не осознавал, что так много фанатов джиу-джитсу будет по всему миру, что столько фанатов джиу-джитсу есть. Но как бы я не любил самбо, как бы я, ну, не хвалил самбо, я сам двукратный чемпион мира по боевому самбо, но стоит признать, что фанатов джиу-джитсу больше, чем самбо, в разы больше. И, ну, это меня никак не смущает, потому что я выходил самбо. Если вы считаете, что джиу-джитсу лучше, ну, выходите, докажите это. Никаких проблем нету. Мы же конкурируем. Сама надпись, это, конечно, была провокация. Но я как бы одел футболку и этим еще больше заставил его нервничать. А я был в своей коле, как туда вылетал, после того, как взвесился, когда выходил на бой, я чувствовал одно и то же, что и должен был чувствовать. У вас 8 побед подряд в UFC, но волей-неволей не раз срывался ваш бой с Тони Фергюсоном. Не думаете ли вы, что судьба против этой дуэли? Что интересно, люди вообще не обращали внимания, когда он выбил. Основном люди обратили внимание, когда я выбил. Но это говорит о том, что им, людям, не интересно было, как он падает. Они хотели увидеть, как я падаю. Хочется поговорить, мягко говоря, о ваших недружелюбных отношениях с Конором Макгрегором. Мы не могли обойти эту тему. После вашего боя на UFC 205 вы бросили ему вызов, заявив, что вы хотите бороться с этим ирландским цыпленком. И уже после произошла между вами реальная словесная перепалка, и позднее уже Макгрегор назвал свои условия для боя с вами, что если это будет интересно зрителю, то пожалуйста. Какова была ваша реакция? Ну, вообще никакой реакции не было. Мы сперва зацепились, а потом только я сказал свои высказывания. Вы что-то перепутали этот момент. У меня есть свои недоконченные дела, у него свои. Он проведет бой, я проведу бой. Только после этого возможен наш бой. Ну, я вижу так, иншаллах, я выигрываю Фергюсона, он дерется
с Мейвезером, его роняют глубоко, он чуть берет отдых, как раз для меня это на руку. После ноября мне как раз 3 месяца отдохну, где-то в февраль-март мы с ним выйдем. К этому времени он после глубокого нокаута от Мейвезера восстановится. Ну, я примерно вот такой прогноз. Прогноз, да, так скажем. Ну, хочется, чтобы так было. Хабиб, в России вы создали команду Eagles MMA. Не хотите создать некого, так скажем, филиала в Таджикистане? Думаю, многие болельщики и любители MMA примут это с большим воодушевлением, так скажем. Да, с ноября месяца у нас базируется команда. У нас есть клубы как в Москве, в Дагестане, в Ростове, во Владивостоке. Сейчас открыл, ну, идут работы в Нижневартовске. У нас есть, конечно, такие планы. Мы как раз этот проект обсуждаем с вашей промоутерской компанией Darop Fight. Ну, посмотрим, к чему мы придем. Мы только начали это все обсуждать, почему бы и нет. Этот проект вообще связан, если так коротко сказать, забрать молодежь с улицы в залы. Ну что ж, на этом наше время подходит к концу. Мы благодарим вас, что вы приехали. Спасибо. Нашли время свое драгоценное, уделили нам. Мы желаем быть вам, Хабиб, настроенным всегда на крепкий и хороший бой, и чтобы в графе ваших побед всегда было трехзначное число, да, а в графе поражений жирный красивый ноль. Ноль. Спасибо. Да, спасибо, спасибо вам большое, еще раз вам добро спасибо. Пожаловать в Душанбе. И на воре будет особо тему, бо Хабиб Нурмагомедов, а к нун барномаро и дома медихем вам мегзарем ва чорабини ояндаи UFC 204. Сомонаи расмии MMA.com хабар медихад ки барномаи UFC 204 дар майдони маркази Хондеи шахри Анахайми Америко баргузор мегардад. Мусобиқа 14 муборизаро дар бар гирифта, аз джумла 3 тои он барои дарёфт намудани ҷоиза равона карда шудааст. Муҳорибаи асоси алакай муайян гашт, он ҳам байни Кармие ва Джонс. در سبقت اساسی مسابقات قهرمان UFC در وزن نیمه‌سنگین دنیل کارمیه از جو جونز که ماهی انور سال 2015 بر او دست بالا گردیده بود کوشش نیقورسیتونی میکند. 28 ایون معلوم گشت که برنامه UFC 214 یکی از موفق‌ترین نمایش سال 2017 از جهت مولوی میگردد. هنگامی که با کردی آن محاربه برای به دست آوردن جایزه وارد کرده شد. قهرمان UFC در وزن نیمه میانه تایرن وودلی رز را در دایره مسابقات UFC 201 بعد از شکست دادن روبی لولر به دست آورده است. دمیان مایب چند کارت قهرمان جهان در نمود جیوجیتسو می باشد. اوید مسابقه های دیگری UFC 214 در شرح نوبتی ما. اینچنین در رزمهای اساسی محاربه برای رزم عنوانجویی قهرمان UFC در وزن نیمه سبوک بین زنان کریس کیبورگی برازیلیا تابور و تونیا ایوینگر از ایالات متحده آمریکا و جیمی مانووا با ولکان ازدمیر روبی لولر و دونالد سرونه در وزن نیمه میانه برگزار میگردد. در رزم دویم درجه باشد ریکاردو لاماس با جیسن نایت، الجامین استرلینگ با رنان براو، رناتو مویکانو با براین اورتگا و آندره فیلی با کلوین کاتر با هم نیروسنجی خواهند کرد. اینچنین سه رقابت در رزمهای مقدماتی برگزار میگردد. کایلین کوران با نمایندهی مالدوا الکساندرا آلبو، اریک شلتن با جارد بروکس و جوشوا بورکمانی پرتجربه با دریو دوبر زورآزمایی میکنند. یول رامیرو نواری ویدیویی را ثبت نمود که در آن با لحنی درشت و حقارت‌آمیز با قهرمان UFC در وزن میانه مایکل بیسپینگ مراجعه نموده او را به رزم دعوت دارد. مغز مسئله و ماجرا در این است که با تاثیر کدام انگیزه رامیرو با کرد ناشایسته مذکور اقدام نمود. ورزشگر UFC یوئل رامیرو نواری ویدیویی را ثبت کرد که در آن قهرمان UFC در وزن میانه ورزشگر بریتانیایی مایکل بیسپینگ را به میدان رقابت دعوت کرد. در نوار رامیرو در بالای بیرق بریتانیا کبیر اول ایستاده بعدن او را زیر پای میکند. ورزشگری کولومبیایی گفت تو وعده داده بودی که با کوبا آمده مرا تورمور خواهی ساخت. من امیدوارم که در همه جا حتی در وطن خودت با تو وارد میدان گردم. بگذار دانا وایت این سبقت را تشکیل نماید. من تو را مجبور میسوزم تا کوبا را احترام نمایی. گفت ورزشگر از کوبا. خاطرسان مینمایم که 8 ایول در دایره مسابقات UFC 213 رامیرو از روبرت ویتاکر شکست خورد و نتوانست نامزدی رسمی جایزه بیسپینگ گردد. بعد از رقابت ورزشگر بریتانیایی که از قطار اول این سبقت را مشاهده میکرد نمایش کرونا پرچم کوبا را در شاهدی رامیرو پورا پورا کرد.
акнун бошад ба таваҷҷӯҳи шумо яке аз нокаутҳои ғайриоддии тамоми таърихи муҳорибаҳои танбатан пешниҳод мегардад. Ин нокаут ба варзишгари британиягӣ Галор Буфандо тааллуқ дорад, ки бо як усули хос дар доираи мусобиқоти UFC Fight Night 113 Чарли Уордро ба замин ғалтонд. Ҳозир бошад таваҷҷӯҳ намоед ба худи нокаут. این بود شرحی مفصلی چورابینی UFC 214 از تلویزیونی ورزش. حتما تماشا بینی این مسابقه ها باشه. As you see this assembly of fine athletes, we are here today for the summer kickoff. So we've got 10 total events in 6 countries. It starts May 28th. It all leads up to July 29th in Anaheim, California. The monster that is UFC 214. Cormier versus Jones.